снижение расходов на госаппарат. Глава региона объявил об очередном сокращении зарплат чиновников. Волна оптимизации. В администрации региона принят ряд поправок, которые касаются сокращения расходов в сфере образования. В отпуск по новым правилам. На льготную северную дорогу установили лимит. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Зарплаты бюджетникам, достойный уровень жизни пенсионеров, предоставление помощи особо нуждающимся в ней жителям – главные приоритеты бюджетной политики Ненецкого округа на ближайшую перспективу. Сегодня глава региона на внеочередном заседании администрации сообщил о необходимости снижения расходов на госаппарат. В 2017 году зарплаты чиновников снизятся на 20%. Это решение позволит властям сохранить поддержку социально уязвимых групп населения – ветеранов Великой Отечественной войны, стариков, инвалидов, многодетных семей и малоимущих граждан. Подробности в материале выпуска. Губернатор округа, его заместители и государственные служащие региона будут зарабатывать меньше. С 1 января 2017 года заработные платы в госуправлении снизятся на 20%. О таком решении сегодня объявил глава региона Игорь Кошин и объяснил необходимость такого непростого и непопулярного решения. Финансовая ситуация становится сложнее. Из-за стремительно сократившихся доходов от нефти, от цен на нефть, дефицит бюджета округа составляет 41%. Коллеги, как вы считаете, мы для чего берем кредиты в банках? По сути, просто по одной простой причине. Потому что у нас нет денег. Нет денег, чтобы платить зарплату бюджетникам, учителям, врачам, работникам культурной сферы, ну и далее по списку, который вы знаете гораздо лучше, чем. Сегодня практически каждый четвертый рубль в нашей доходной части взят в долг. Но самое неприятное, что даже этих денег на сегодняшний день недостаточно, чтобы осуществлять социальную поддержку нашему населению. Для того, чтобы сделать меры соцподдержки молодежи и наших многодетных и уважаемых пенсионеров более адресными, мы сегодня вводим социальный кодекс. Остаются пенсионеры, для доплаты к пенсиям которых нам необходимо найти порядка 400 миллионов рублей. У большинства из вас родители живут здесь, поэтому вы знаете не понаслышке, что эти деньги помогают нашим ветеранам покупать качественные продукты, следить за своим здоровьем, а самое важное, помогает жить, а не выживать в условиях крайнего севера. Когда стало понятно, что нас ждет очень сложный 2017 год, в этом же зале я собрал руководителей департаментов и управления. И стало очевидно, что социальные выплаты спасет только наше с вами сокращение и людей, и заработных плат. 2,5 миллиарда рублей, которые мы тратим на собственное содержание, выходят за рамки всех мыслимых и немыслимых норм, принятых в нашей стране. Было принято решение о сокращении на 20% денежного содержания всех сотрудников государственных органов власти в течение следующего 2017 года. Таких сложных, болезненных решений я не помню с начала моей работы. Но в сложившейся ситуации иного выхода нет. И знаю, что вы со мной согласитесь. Снижение заработных плат чиновников и госслужащих – вынужденная мера, отметил и заместитель руководителя аппарата администрации округа Павел Рахмелевич. Сохранение основных социальных обязательств округа и иных важнейших расходов возможно только в том числе и при условии снижения расходов на госаппарат. Эти меры предлагается ввести на год. Общая экономия предполагается в размере 185 миллионов рублей. Повторюсь, принимаемые меры сократят зарплаты госслужащих на 20%. Речь идет о снижении премий, выплат за классный чин и единовременной помощи к отпуску. Последняя сократится с 3 окладов до 1/10. Сегодня администрация направляет в собрание депутатов пакет документов о внесении соответствующих изменений в ряд законов, регулирующих вопросы денежного содержания государственных гражданских служащих. Окончательное решение будет принято депутатами на сессии 27 октября. А пока решение губернатора поддерживают жители Ненецкого округа, которые тоже понимают, что происходит с экономикой округа. Я согласна, пусть сократят. И прибавят простому рабочему классу.
которые технички работают, получают по 15 тысяч и семьи кормят. Не могу сказать. После того, что сейчас уже творится в округе, уже ничему не могу удивляться. Не могу ничего сказать. Потому что расстроены тем, что и у бюджетников падает зарплата. Причем очень прилично падает. Игорь Викторович, у него, он не первый день губернатор округа, и человек в этом деле опытный. Если он так считает, значит, это действительно нужно. Все знают, что с бюджетом у нас дела обстоят не очень, и, видимо, такие меры, они необходимы. Ну, будем верить в хорошее будущее, светлое. Есть и те, кто считает, что сокращение, несомненно, должно коснуться всех госслужащих, но не в равной степени. Ну, на самом деле, действительно, я полностью поддерживаю тут инициативу губернатора, потому что в связи с таким сокращением бюджета думать, что все останутся при своих зарплатах, просто не приходится. Единственное, я бы хотела тут свое мнение сказать о том, что, может быть, есть смысл подходить дифференцированно. То есть, предположим, начальству там снизить на больший процент ввиду больших доходов. Одна из первых мер, которую нужно было предпринимать, когда в округе замаячил кризис. Но при этом нужно помнить о том, что все-таки сокращение 20% всех как бы зарплат. Есть же у нас специалисты, которые получают небольшие зарплаты, в основном как бы это молодежь. И это их, наверное, больно коснется. И, наверное, в первую очередь нужно все-таки речь вести как бы о сокращении расходов. Вот. Возможно, к сокращению численности чиновников. Напомню, в прошлом году, когда упала цена на нефть и округ не получил треть запланированных средств от Харьягинского СРП, главного источника доходов моноэкономики субъекта, администрация округа провела первую оптимизацию. На 10% были сокращены зарплаты, на 115 человек сократилось количество чиновников. Поиск скрытых резервов затронул все сферы управления. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Оптимизировать расходы, но сохранить адресную поддержку. В администрации округа принят еще ряд поправок, которые касаются сокращения расходов окружного бюджета. Особенно много изменений предлагается в сфере образования. Так, бесплатные кружки и секции будут частично оплачиваемы. Школьное горячее питание, которым Ненецкий округ славится на весь северо-запад, предлагается оставить только для некоторых категорий детей. Иными словами, планируя следующий финансовый год, окружным властям предстоит соблюсти баланс между экономией и социальными обязательствами. Сфера образования занимает первое место в структуре расходов окружного бюджета. В 2016 году финансирование отрасли запланировано на уровне более 5 миллиардов рублей, или почти 27% от всех расходов. Сложная финансовая ситуация в регионе вынуждает администрацию сократить расходы. Так, профильный департамент предлагает сделать частично платным дополнительное образование. 20% стоимости услуги будет платить родитель, 80% – округ. Сегодня все дети до 18 лет включительно имеют возможность посещать неограниченные количество секций абсолютно бесплатно. Наибольшее количество вопросов вызвала отмена горячего питания в образовательных организациях. Предлагаем исключить право бесплатного питания обучающихся образовательных организаций, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся, осваивающих профессиональные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих государственных профессиональных организаций, в том числе и проживающих в общежитиях. Данная мера социальной поддержки славится за пределами региона. Нигде по северо-западу школьников не кормят бесплатными горячими обедами. Ведь удовольствие это дорогое. Заместитель председателя окружного собрания Татьяна Бадьян подтвердила, что питание должно быть дифференцированным в зависимости от уровня доходов семьи. Однако нужно хорошо продумать механизм реализации этой меры. Такое же мнение выразил и главный федеральный инспектор по Ненецкому округу. Это надо предусмотреть, чтобы это проходило без определенных конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях, как в отношении детей, чтобы классные руководители не травмировали детей, не говорили, что ваши родители не сдают за питание и прочее, потому что такие моменты, они могут быть. То есть вот эти моменты необходимо все-таки реализацию их как-то более тонко пройти и объяснить директорам, что это, вынужденная мера, но тем не менее у родителей должен быть определенный выбор. Под урезание попали и расходы на поддержку молодых специалистов. Надбавки в 30-40% предлагают отменить. При этом на заседании подчеркнули, подъемные для молодых педагогов и врачей, которые едут работать в село, останутся. 300 тысяч рублей для выпускников учреждений среднего профобразования, 500 тысяч вузов. Предлагаем исключить нормы,
которые устанавливают персональную надбавку молодым специалистам в размере 30% и 40% окончившим организацией профессионального образования и высшего образования. Также предлагаем исключить установление надбавки к должностному окладу в тарифной сетке с учетом фактической нагрузки за педагогический стаж. Почему мы это делаем на сегодня? Потому что сейчас в рамках нового порядка системы оплаты труда, нового положения, данные нормы закреплены в региональных нормативных актах. До 1 января 2018 года предлагается приостановить стипендии отличникам и подарок первоклассникам. В этом году 740 комплектов первоклашкам обошлись бюджету в 1 миллион 200 тысяч рублей. Лиана Храпова напомнила, что выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе сохраняются. В этом году средства на покупку канцтоваров и одежды получат более 1300 детей. Сумма выплаты 18 225 рублей на каждого ребенка. Окончательное решение по этим проектам будет принято на предстоящей сессии собрания депутатов 27 октября. Анастасия Саботович, Валентина Чибичек, Антон Водряков, телеканал «Север». На оптимизацию бюджетных средств и сохранение социальных гарантий направлены еще несколько мер. Одна из них касается использования льготной дороги. Поправки в порядок оплаты северной дороги, которая предоставляется жителям Заполярного региона раз в два года, рассмотрели в администрации округа. 35 тысяч рублей на каждого члена семьи. В такую сумму придется уложить покупку билетов в отпуск по льготной дороге. Куда ехать, в соседний регион или за рубеж, значения не имеет. Главное, не превысить лимит. Это не коснется сельских жителей. В эту сумму не будет включена стоимость проезда от сельского населенного пункта до города Наринмара по следованию в отпуск. Исходили из того, что средняя стоимость билетов позволяет на эту сумму, на одного человека, достаточно свободно выехать в благоприятные районы округа. Но, тем не менее, если хочется поехать еще куда-то дальше, в какие-то более экзотические места, то, соответственно, надо исходить из своих финансовых возможностей. Также новыми правилами разрешено добираться до места отпуска и обратно водным транспортом. Это нововведение было установлено на основе обращения граждан, которые на собственном автомобиле ездили в Крым и переплывали Керченский пролив. Ранее разрешалось плыть по воде только до станции Щелия-Юр. Кроме того, разрешено оплачивать билеты любой банковской картой. Согласно нынешним правилам, необходимо подтверждать, что оплата билетов была совершена именно картой отпускника. В целях оптимизации окружного бюджета принят и ряд других поправок. Так, бесплатный проезд на водном транспорте до населенных пунктов округа будет оплачиваться на 50%. В этом проекте предполагается заменить бесплатный проезд на специальный тариф, который предусматривает 50% от стоимости билета. Он распространяется на детей до 18 лет включительно, на студентов до 23 лет включительно, также на пенсионеров женщин 50 лет и мужчин 55 лет. Также на заседании приняли постановление администрации о величине прожиточного минимума. В третьем квартале 2016 года он составит 19 460 рублей, что на 33 рубля ниже предыдущего периода. Снижение показателя сегодня наблюдается по всей России. Это связано с удешевлением продуктов, входящих в потребительскую корзину. В целом, в субъектах страны показатель уменьшился на 67 рублей. В Ненецком округе снижение составило 33 рубля. В третьем квартале цены уменьшились на 18 видов продуктов из 42. Упал ценник на говядину, кроме бескостного мяса, куру, свинину, горох, картофель, сыры, крупы овсяную и перловую, сметану, некоторые виды овощей и фруктов. Напомним, величина прожиточного минимума необходима для оценки уровня жизни населения округа при разработке и реализации региональных социальных программ. Также показатель используется как критерий применения принципов адресности и нуждаемости в системе оказания социальной помощи граждан, что актуально в новых экономических условиях. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север». 5 золотых правил безопасности. Сотрудники полиции проводят в школах региона игровые уроки, на которых рассказывают детям об элементарных правилах безопасного поведения в жизни. МВД России дало старт всероссийской акции «Твоя пятерка безопасности». Акцию подхватили в Ненецком округе. Сотрудники полиции в игровой форме напомнили ученикам 2 класса 4 школы правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит сохранить имущество, здоровье, а в некоторых случаях и жизнь. Вместе с ребятами разучивали правила поведения и наша съемочная группа.
У доски сотрудник полиции. Шалить не рекомендуется. У ребят второго класса идет урок по арифметике безопасности. На этих уроках не поставят отметок, а контрольную работу по пройденному материалу, как правило, проводит сама жизнь. Чтобы дети были готовы к любой жизненной ситуации, необходимо объяснить элементарные правила жизни. Когда вы пришли куда-то, вы знаете, что место, да? Например, вы пошли из дома, что пришли в школу, обязательно позвоните родителям, что мамочка, я пришел в школу, все со мной хорошо, чтобы родители знали, что вы уже находитесь в школе, ясно? На каждый вопрос лез рук. Ребята хоть и учатся во втором классе, но ответ находят быстро. Свой, детский, непосредственный. Но важно то, что малыши четко знают правила жизни. И что незнакомым людям дверь домой открывать точно нельзя. Потому что он может тебя схватить и унести. Мама, он может еще сказать, что тебя мама позвала на улицу, а сам зайти и все забрать. Еще с садика знает золотые правила безопасности и второклассник Николай. Говорит, в теме урока он как рыба в воде. Все узнать Николаю помогли его заботливые и ответственные родители. Еще в садике мальчику начали разъяснять правила дорожного движения и как надо вести себя, если остался дома один. Проверить знания сына мама решила на практике и устроила школьнику настоящий экзамен. Когда мы с ним ходим вдвоем в город, я стараюсь его немножечко вперед пропустить, чтобы со стороны за ним понаблюдать, как он проходит дорогу, как он смотрит на светофор, ориентируется ли он вообще в местности. И по моим наблюдениям, в принципе, он прошел этот экзамен. Всю важность вопроса понимают и учителя, и уделяют этому вопросу большое внимание. В плане по воспитательной работе один раз в месяц запланирован так называемый урок безопасности, на котором учитель из раза в раз повторяет все заповеди жизни. В рамках этого проекта мы уже и в классе проводили классные часы на тему «Безопасный путь в школу», «Безопасный путь из школы». Очень много говорили о вредных привычках, как сохранить здоровье детей, о правильном питании говорили. Подобный опыт в нашем округе первый. Осень – то время года, когда дети становятся школьниками, и их безопасность – первоочередная задача. Для того, чтобы и дети, и их родители не забывали про это, сотрудники полиции подготовили памятку по вопросам безопасности. Простые правила на каждый день помогут уберечь детей от неприятностей, а родителям прибавят немного спокойствия. Мы с детьми повторили правила соблюдения себя на дорогах, на улицах, в общественных местах. Также мы повторили правила как безопасности, так и поведения. Ребятам раздали памятки цветные, которые они также могут помочь в любой ситуации, посмотреть и оградить себя от какой-либо несчастного какого-то себя случая. В конце познавательного урока сладкий приз – золотая медаль. Для ребят как пятерка в дневник. В планах у стражи порядка провести подобные занятия во всех школах Нарьинмара. И хочется верить, что ребята эти уроки запомнят надолго и вынесут из них правильный урок. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды.